В этот же день группа спасателей на вертолете вылетела в высокогорье к приюту «Фишт». Туристы сообщили в МЧС, что один из участников группы получил травму ноги и не может дальше идти. Спасатели оказали 35-летнему жителю Астрахани доврачебную помощь и на борту вертолета транспортировали его в Сочи. По предварительному диагнозу турист получил растяжение связок голеностопа. Для дальнейшего обследования был передан врачам скорой помощи.